Региональный Минсельхоз объявил дополнительный конкурс по нескольким госпрограммам. Сроки и этапы обсудили сегодня губернские парламентарии на заседании Комитета по сельскому хозяйству. Свыше 66 миллионов рублей пойдет на программу поддержки семейных животноводческих ферм, еще свыше 17 – на поддержку программы овощеводства. Средства выделяются из федерального и областного бюджетов. В настоящее время у нас есть 28 комплектов документов, которые мы уже представили в Минсельхоз России. Они прошли там экспертизу, и мы будем их финансировать. Получатели у нас это муниципальные районы. С муниципальными районами понимание есть,